Десятки тысяч человек в воскресенье снова прошлись по улицам Минска и других городов, призвав Александра Лукашенко уйти в отставку. Люди вышли, несмотря на то, что власти предупредили их прекратить массовые выступления. В столице можно было увидеть военную технику и солдат. Правозащитные группы сообщают, что 6 сентября было арестовано по меньшей мере 70 человек. Я не согласна с объявленными результатами выборов. Я поддерживаю всех протестующих. Я за свободу и демократию. Я хочу жить в счастливой и свободной стране. И буду приходить до тех пор, пока мы своих прав не получим. Выборы прошли в Беларуси 9 августа. По официальным результатам Лукашенко получил более 80% голосов. Однако многие обвиняют власти в фальсификациях. Главная оппонентка президента Светлана Тихановская после выборов была вынуждена уехать из страны, как она сама говорит, под давлением. Недавно она в ходе онлайн-конференции призвала ООН отправить в Беларусь международную наблюдательную комиссию. Между тем Лукашенко обвиняет в происходящем иностранные силы. Очень сильно внешнее влияние. Оно происходит из Польши, Литвы, Латвии и Украины, что нас больше всего настораживает. Александр Лукашенко находится у власти последние 26 лет. Этот срок на посту президента стал для него шестым. Поляки и литовцы.